До нас сьогодні завітав Анатолій Волч, голова Болгарського культурно-просвітницького центру Тирнавка. Вітаємо вас. Добрий день. Як бачимо, дійсно збентежила ця фраза полтавців. Це був сюжет від наших колег з Полтави. І для них деякі слова, які, ну, начебто звучать і звично для української мови, для нашого менталітету, але все ж таки викликали інші асоціації, інші варіанти перекладу. Чи є ще якісь такі цікаві слова, які ви можете запропонувати нам зараз для вивчення, які також можуть десь збентежити когось, десь трошки розсмішити, цікаві та кумедні варіанти перекладу? Ну, да, для, скажем так, для нашего украинского менталитета произношение болгарских слов некоторых вызывает иногда удивление, иногда веселье такое неподдельное. Ну, например, непривычные слова для нашего слуха, слово «утайка». «Утайка», можно подумать, что-то спрятано, еще что-то. Угу. «Утайка» – это осадок. Ничего по-болгарски. Себе. Потом «упойка». «Упойка» – это не значит «напиться», это значит «анестезия». «Упойка». Угу. Слово «майка». «Майка» – это «мать» по-болгарски. Ничего себе. Да, это для нашего менталитета это вполне нормальное слово. Так моя мама у меня записана в телефоне, когда кто-то смотрит, говорит, что это у тебя за майка? Я говорю, мама моя, вы что? Смотрю, удивляются люди, я понимаю, что да, для них это действительно удивительно. А давайте проведемо експеримент. Ви мені зараз будете казати слово, а я буду намагатись його перекласти. Ну, а ви потім будете вже казати, чи виходить в мене, чи ні. Хочу навчитися болгарської мови. Хорошо, у вас вдома є праха смукачка? Праху смукачка. Ну, я думаю, ще ні. Праху в мене в хаті немає. Є у вас праху, ну, кожного є. Прах – це пиль, смукачка – це сосати. Пилисос. Да. Зрозуміла. Наступне, от точно вгадаю. А яйця на очі робите? Ну, казала мені ще колись бабуся, що яйця курку не навчають, але я не знаю, чи... Яйця на очі – це глазуня. Яєчниця, другими словами. Ага, улюблена страва мого чоловіка, коли я не хочу готувати сніданок. Ну, таких слов в болгарском языке необычных. Тоже живот, это старое болгарское слово, отсюда оно пошло, уже перешло к русским, к украинцам. Угу. Это оно до сих пор состоит, скажем так, в основе церковнославянского языка. И да, любой священник знает хорошо, что значит живот. Потом уже, так как считается, что средоточие жизни, да, находится у нас в животе, скажем так, вот эта хара, так называемая нижняя часть за пупком, то, в принципе, понятно, почему связь с жизнью. Потому что отсюда во жизнь как бы приходит, да, пуповиной матерью связан человек, живот. То есть, в принципе, логически, если подумать, все это очень хорошо связывается. А ось наскільки важко вивчати болгарську мову для миколаївців, які тільки починають вивчення, тому що ми знаємо, що у вашому культурно-просвітському центрі є вечірня школа, там, де дітлахи можуть навчатися, і дорослі болгарської мови. Наскільки важко ось привчитися, коли в твоїх думках це слово означає одне, дійсно, а насправді болгарською воно означає зовсім інше? Ну, як правило, болгарський язик у нас учать дітки, які мають болгарські корні, таким або другим образом, в той или иной степени знакомы с болгарским языком. Плюс изучают, конечно, есть курсы для взрослых людей. Ну, в принципе, единственная женщина, у нас сейчас не болгарка, которая учит язык, но она с болгарином как бы, да, познакомилась, переписывает, там есть желание переезжать в Болгарию, поэтому она ходит, учит. Проблем нет, в принципе, главное, чтобы было желание, вы же понимаете. Тем более, что болгарский язык, скажем так, как есть, он с украинским языком больше похоже общего. У меня бабушка была болгарка, всю жизнь проработала в школе учителем украинского языка и литературы. И она говорила, Толя, говорит, украинский еще когда-то давно-давно, лет 15 назад, она мне говорила, Толя, украинский язык больше с болгарским похож, чем с русским языком. И сейчас, когда я уже хорошо выучил литературный современный язык, я понимаю, что да, так и есть. Действительно, очень много общего в наших культурах. И не только в языке, а и в одежде, в так же самое, особенно в Западной Украине. Я очень люблю смотреть на карпатские вот эти вот, да, ихние национальные костюмы, очень-очень много, такая богатая вышивка, очень красиво, очень похоже на нашу, ну, на нашу, на болгарскую, ну, национальную одежду. И, наверное, неспроста тоже это можно с этим завязать. Я пришел поговорить о том, что так, у нас будет фестиваль. Так, мы перешли до этноспадщины. Мы начинали этот праздник Эньювден, это болгарский аналог Ивана Купалы.
Болгары тоже его празднуют. Эньов ден, это дословно можно перевести как Иванов день, да, Ивана Купалы. И, естественно, когда я впервые об этом задумался, наш центр призван к тому, чтобы поддерживать, развивать болгарскую культуру, возрождать традиции, обычаи. Когда я понял, что вот смотрю, его он развивается, Ивана Купала, думаю, интересно, у нас у болгар же тоже должен быть такой. Тут Терновки, к сожалению, забыты. И мы нашли, да, аналог Эньов ден. И в 2015 году мы впервые провели этот праздник на природе, на берегу реки. Очень большой такой получился резонанс, очень показал этот праздник свою востребованность, актуальность. Именно сама форма досуга в виде народных гуляний, это просто, ну это супер отдых, я вам скажу так, это супер действие, которое сближает членов общины очень хорошо. То есть Терновка сейчас большая, 12 тысяч жителей, люди встречались, говорили: «Ваня, здравствуй, мы с тобой 10 лет не виделись, где мы еще встретились?» Мы поэтому провели в 2016 году еще раз этот праздник, и потом, так как Терновка сейчас многонациональный край, мы решили показать, вышли, скажем так, в нашем эволюционном развитии на идею о том, чтобы создать межэтнический фестиваль, назвать его «Этнично-спадщина». Мы его вместе придумали, эту идею, с Юлией Любецкой, с директором нашего Терновского ДК, с нынешним уже, тогда еще она не была директором, но она такая креативная у нас девочка, всегда что-то ищет, экспериментирует, старается, конечно. И, ну, вообще Терновка дружная, с нами же работает и наша Терновская библиотека, тоже помогает, мы организуем все вместе этот праздник, плюс наши депутаты все помогают, бизнесмены и так далее, то есть праздник реально будет классно, я могу пообещать, это 100%, это 24 июня, вот это воскресенье близящееся. На 16.00 начало, у нас будет сначала идти мастер-классы, будет, да, будут представляться национальные кухни различных народов. А ось какие национальности будут, ну, себя представлять? Уже те, кто уже подали заявки, скажем так, это азербайджанцы, армяне, это цыгане будут, ромы наши, потом будут, кто у нас, немцы должны быть, белорусы будут, приедут болгары из Херсона и из Одесской области. Бессарабский ритм, танцевальный коллектив, они в прошлом году покорили, можно сказать, Терновку своим очарованием, своим задором. Терновчане их ждут. Конечно же, николаевцам тоже предлагаю приехать на это посмотреть, потому что это реально такое феерическое, захватывающее дух действия. Они реально очень крутые, скажем так, как есть, без каких-либо... Тем более они привезут новую программу в этом году. Поэтому начнется все с мастер-класса, будут показываться кухни, будут показываться плетение венков. А кухня будет таки показывать, чем можно будет еще и посмаковать? Можно будет скуштовать, естественно, без проблем, конечно. Для этого все и делается, для того, чтобы наших гостей, зрителей заинтересовать, познакомить их с культурным наследием каждого из народов. То есть будут какие-то презентации, да, каждое общество сможет презентовать себя, как захочет, тем или иным образом. Плюс, естественно же, мы будем давать мастер-класс хоро. Это наш болгарский танец объединяющий. Слово «хоровод» и пошло отсюда. Это «водить хоро». Да, это двухсоставное слово. Этимология слова, корнями уходит хоро. Это в древнеболгарском языке, это солнце. Это круг, символизирующий солнце. Люди становятся, берутся за руки, замыкается энергетический круг. Есть очень много различных техник. Это не просто хоровод водить, да, допустим, как в основном славяне его водят. То есть очень много различных техник. Есть очень простые, как право хоро, допустим, мы его всех будем учить. Есть такие сложные, там, допустим, уже там араб хоро, ленино хоро и так далее, дайчево хоро. Очень много видов хоро, я не знаю, сколько их, несколько сотен, наверное. То есть тот, кто может танцевать хоро, да, это, ну, если вы знаете хотя бы, то я, например, только 4 хоро умею танцевать. Хотя их очень учиться, то есть жизни не хватит. А ті, хто навчиться танцювати хоро, ті будуть мати власний елемент живлення. Да, 100%, напрямую з космосом у них связь появится. Потом, да, будет в 6 часов начинается как таковая концертная уже программа, когда народ так немножко разогреется, да, начнется конкретно уже сама фестивальная программа. Она не конкурсного характера, все, то есть суть праздника в том, чтобы объединить все нации, поэтому проигравших не будет, будут все победившие, все получат свои призы, грамоты. Есть у нас интересный такой свой уже фирменный, можно сказать, знак, да, который мы будем награждать всех участников. Будут у нас казаки обязательно будут, кулиш, надеемся очень, что они нам сварят, тоже смогут попробовать его все. Они будут показывать свои казацкие боевые игры, там будский спас. Это представление украинской культуры будет. А як же ж, мы же все на Украине живем, и це наша рідна ненька, яку ми всі любимо. Естественно, без украинской культуры не обойдется. Плюс будут грифон, это исторический клуб исторической реконструкции боев, рыцари. Будут сражаться рыцари.
перерывах. Будет много конкурсная программа, квесты, викторины для деток, будут горки, батуты, тир. Естественно, мы обеспечим все это отхожими местами, мусорные контейнеры и так далее. То есть будут Петерновки, знаем все, что не очень хорошо ходят сейчас, к сожалению, маршрутки. Да, это проблема сейчас, наверное, всего города. Договорились с перевозчиками. Маршрутки будут ходить. Тобто можна не боятися, що... Да, Николаївці можете сміло їхати з центру міста, маршрутки будуть як мінімум до кольця ходити до позднього вечора. Праздник продлиться, концертна програма сама такова продлиться до 9:30. По завершенні її буде дискотека молодіжна, вже коли фольклорна, тобто ми про сьогодення, скажімо так, теж не забуваємо. Буде для молодіжі, в принципі, для всіх желаючих дискотека. Тобто для тих, хто захоче залишитись на усю ніч у Тернівці, також буде. Так, да, всю ніч. Так, да, у нас це вже по практиці. Практика показує, що, як правило, некоторі залишаються до утра. Сидять, жгуть костер какой-то, да, сидять там, п'ють пиво, їдять шашлик, це все буде, естественно. І общаються люди, я ж говорю, які годами не виділись, просто от, живя в одному мікрорайоні, казалось би, скільки на той Терновці. Але, тим не менше, зустрічаються, общаються, таким образом спаивається наша община. І последняя такая, скажем, интересность нашего мероприятия, это будет закрытие мероприятия в 11 часов, фаер-шоу будет. Угу. Приедут с Одессы специалисты, николаевские, к сожалению, где-то уже работают, не успели мы их перехватить, поэтому пригласили из Одессы. Все делаем для того, чтобы людям было интересно, познавательно и, конечно же, на следующий год, чтобы мы могли... Плани у нас большие, мы хотим его вывести на международный уровень, этот фестиваль, да, чтобы Терновка действительно была таким, как микромоделью межэтнического мира. Мы есть в данный момент такая маленькая частичка многонациональной Украины, потому что на территории нашего микрорайона около 12 тысяч населения проживает более 30 национальностей различных. Поэтому мы хотим быть в авангарде, скажем так, сплотения. Неодноразово виглядало, що запрошуєте миколаївців. Чи дійсно усі бажаючі можуть приєднатися до фестивалю «Етноспадщина»? Якщо так, то що для цього необхідно? Чи є якийсь певний дрес-код? Чи головне, що має бути, це гарний настрій? Да, це однозначно. Звісно, фестиваль безплатний, як участь, так і само, да, зрительське, скажімо так, присутствие. Пожалуйста, приходим, веселимся. Будет очень много интересных вещей для всех, на все возрасты. Будут и лошадки для деток покатать, и батуты и так далее. Будут и фотозоны интересные. Мы сейчас делаем логотип фестиваля в форме, ну, фотозоны делаем такую большую, масштабную, чтобы было интересно, красиво, на память. Будет работать профессиональный фотограф. Будет дрон, мы хотим снять фильм, видео хороший, чтобы был проморолик на будущее, да, как своего рода, да, презентация нашего. То залишиться ще гарні приємні спогади. Конечно, да, естественно, приходите все, всем будем рады. Доброй душли, как говорят наши болгары. Мы всех ждем, всем будем рады, постараемся организовать на высшем уровне мероприятия. И, конечно же, я понимаю, что в этом году оно еще хуже, чем в следующем будет, но уже лучше, чем в прошлом, скажем так. То есть мы развиваемся. І праздник буде на уровні. Хочеться продовжити тематику вивчення болгарської мови. І давайте запросимо миколаївців болгарською мовою на фестиваль «Етноспадщина». Скипи приятелі, скипи миколаївці, граждани, каняві, сердечно ві каня, у це серце, у наше широке болгарське серце, каняві да дойдете на наш фестивал, който я направлен за всічки дні, да се об'єднім, да зіграємо одно хоро, да тропнем одно хоро, як то се казва. І добре дійшли, чекаємо. І тепер хотілося б ще й переклад. Я сказав, що добре дійшли, добро пожаловать, уважаємо миколаївці, дорогі приятелі. Приходите вместе, станцуємо хоро, повеселимося, порадуємося житті, друг другу і станемо більш крепкою сім'єю. Дякуємо вам за запрошення. Я думаю, що миколаївці дійсно цю подію не оминуть. Уже у себе у планерах вони записали, що «Етноспадщина» фестиваль 24 числа цієї неділі точно має бути у їх планах. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітав голова болгарського культурно-просвітницького центру «Тирновка» Анатолій Волчо.